Сегодня я еду в город Ессентуки по делам. И вот опять нужно проезжать через Пятигорск. То есть, как я уже и рассказывал, это вот постоянные вот эти пробки Пятигорска. Это просто что-то. Вот он, значит, Пятигорск. Вот такое мнение у меня о нем постоянно. Хотя только сейчас вот проехал мимо, значит, огромный баннер, на котором прекрасная фотография города. И написано «Город-курорт», что, конечно, ну, очень смешно для человека, который по нему проезжает. Ощущение такое, что это город не курорт, а транзитный город в центральной России, через который едут все. И вот так всю дорогу по курортному городу. Я потом, как буду в Германии, в курортном городе Германия, я сниму, как там выглядит курортный город. Вот. А здесь, например, в Пятигорске, я считаю, можно с удовольствием подышать выхлопами автомобилей, но ни в коем случае не свежим воздухом. Вот давайте посмотрим, что у нас в курортном городе. Так, мебельные фасады, товары рыболовные, кровля от производителя, обои дальше виднеются. Так, что там еще? КамАЗ, мойка. Вот. Значит, как-то вот так, да? Вот. Ну вот, отель — это, конечно, хорошо. Отель находится тоже... Ну, я не знаю, я здесь не местный, я не могу судить. Центрально это, не центрально. Для меня это просто улица, по которой сплошные пробки. Вышел на балкон, подышал газами. То есть я без понятия. Вот здесь опять люстры, инструменты, строй, материал, кровля, фасады. Бассейны, мангалы, вот, хамамы, фонтаны, аккумуляторы, сантехмаркет. Ой, короче, если бы что-то было такое более интересное, связанное с курортом, я бы, конечно, бы еще бы удивился. Вот, но похоже. Может быть, попрошу сейчас товарища, который покажет мне красивые места этого города. Может быть, они действительно есть. Я их сниму с удовольствием, покажу, подскажу, куда ехать. То есть я сейчас машину хочу оставить на стоянке, потому что это, ну, как я уже и говорил, это сплошной нервоз ездить человеку из другой страны, который, скажем, в городе, там, в большом городе или в среднем большом городе в России в первый или там второй раз. То есть, ну, очень тяжело привыкнуть к местному стилю вождения, поэтому я сейчас машину оставлю и уже буду смотреть, со своим товарищем буду уже ездить. Ну вот здесь большой магазин «Метро», значит. Кстати, в этом магазине я был, и ничего хорошего там нет. Цены там вообще даже не для оптовиков. Цены там, я не знаю, там такие космические цены, что смысла не вижу туда приезжать, оптом что-то покупать. Держитесь правой стороны. Кстати, здесь вот я уже ездил по этой дороге, да, здесь... Кстати, тоже очень такие классные, интересные дороги. Вот.
со всеми прелестями для автомобиля. Так что аккуратнее тоже по городу. Блин, а? Сумасшедший дом какой-то. Все, главное, лезут на полосу к соседу. С лужами надо быть поаккуратнее, смотрите, а то, блин, это может быть не яма, а вход в метро. Так что я сейчас, я очень-очень осторожно проезжаю эти лужи, потому что можно... Ёб твою за ногу, что это такое тут? Вот оно. Ой, блядь. Извиняюсь за ненормативную лексику. Вот оно, вот такое, значит. Да. Короче. Как-то вот так. Ну-ка, что тут дальше будет? Ну, она, походу, вся такая дорога. Я вот... Ой, блин, я вот еду по навигатору, поэтому, к сожалению, не могу объехать такие места, так как не знаю, где нахожусь, и это надо хотя бы, не знаю, там на карте, может быть, на карте нужно было бы посмотреть сначала, есть ли какие-то объездные варианты. В конце дороги поверните налево, затем пересеките кольцевую развязку. Смотрите, но это я говорю не для местных, естественно, да, то есть смотрите тоже на водителей, которые едут вам навстречу, то есть они тоже, да, им тоже нужно как-то немножко и уступить, чтобы... Вот оно как, видали? Ой-ой-ой-ой-ой. Я, в общем, как и объяснял, машину оставил, значит, на парковке. Вот, сейчас еду с товарищем, потому что дороги знает лучше намного, и, естественно, это очень удобно. Вот, но сейчас мы едем в Лермонтов, в город Лермонтов. Вот, как видите, состояние дорог тоже хорошее. В общем, по всем, вот сколько я везде вот снимал, показывал, да, Кавказские минеральные воды, значит, вот эти, вся эта территория, дороги довольно хорошие. Трассы, которые между городами, вот, они, значит, в отличном состоянии, так что ехать можно спокойно, посмотреть. Вот мы опять заезжаем в город Пятигорск. Скорее всего, сейчас опять попадем в какие-нибудь пробки. Нет, не попадем. Не попадем сейчас? Наверное, объездными дорогами есть. А, ну вот, как я и говорил, значит, точно в прошлом видео я вам говорил, что я еду по навигатору, а навигатор меня ведет по таким дорогам, где в основном, вот, значит, по главным дорогам, там везде пробки. А товарищ сейчас поедет, значит, по объездным дорогам, он знает. Вот, то, что я и имел в виду. То есть, если вы на карте заранее посмотрите, как объехать эти главные дороги, то можно будет все это миновать. Ну, в принципе, не такие уж и страшные пробки, но все равно надоедает. Ну, я вот сейчас первый круг проезжаю, сейчас на второй буду спускаться вниз, туда, к больнице, к рынку, к больнице. Хорошо. Вот улица Ленина, Первомайский. Хорошо, добро, сейчас я буду. Вот он, город Лермонтов, значит. Но на первый взгляд, на мой взгляд, это не такой суетной, как Пятигорск. Или это просто проезжие? Нет, тут не, он не суетной. Он как бы тупиковый. Дальше не, через Пятигорск проходит много дорог. Туда, на Чечню, Ингушетию. И он там разветвленная эта вся инфраструктура. А, понятно. А Лермонтов, он тупиковый город, он только жители Лермонтова сюда заезжают. А,
ну вот. И мы случайно заехали. Всем понятно.